хай-хай этой Вангай. Я думал, люди уже перестали баловаться, но нет. Смотрите, очередная коробка. Уже не первая коробка, которую мне присылают просто для того, чтобы я распаковал подарочки от людей, которые смотрят импровизацию. Ну, погнали. За это спасибо. Первое. Уф. Секси сувенир. Расслабься, сам передай другу. Гарантированно повышает стрессовый стой. Офис релакс. Чего? Бля, это... Это грустный член. Грустный черный член, который ждун написано. Прикол. Вообще, это кайф, мне очень нравится. Спасибо, прям пушка. Презервативы с ароматом колы. Блин, я, конечно, люблю колу, но презервативы я не планирую совать себе в рот. Но то... Я так понял, 18+ коробка, значит, все сувениры будут примерно такие. Возможно, это увеличенная копия. Давайте смотреть, что -то. Не знаю, что там. Пока все к тому идет. Я же говорил... Это свеча. Такие свечи жалко использовать, но они же это... Люди старались, делали. Она просто возьмет и сгорит. Дальше. Набор сценариев для ролевых игр. Честно, я к ролевым играм так себе отношусь. Сценарий для нее. Ну, тут понятно, да, что типа всякие разные сценарии. Что-то здесь внутри. Да, господи, вы чего? Кто не знает, что это такое, в следующей сторис расскажу. А сейчас попробуйте сами угадать, что это. Это эрекционное кольцо. Чтобы палец был дольше в эрогированном состоянии. В принципе, как можно использовать как обручальное. Слушайте, я могу вообще секс-игрушки рекламировать. Не психуй. А, ну вот, дрожже с писюнами. А, вот, донгандон. Вот что привлекло людей. Короче, вот такая штука. Есть ощущение, что кто-то заглянул в секс-шоп просто. Сука. Больше веселит название. Счастливый питон. Это что? Шампунь обладает мягким очищающим свойством. Счастливый питон. Мойте своего питона. Блин, мне интересно посмотреть на лица людей, которые это покупали. Так, лубрикант. Соловьёв. Ну, это банально. Так. Давайте так. Если это счастливый питон, то сюда, пожалуйста, блин, как бы вам так. Вот вариант названия вот этого всего. Пожалуйста, присылайте. Прямо сейчас пишите. Душистые шары, а? Как вам? Будут шары душистые, свежие и пушистые. Вот это да. Гель для душа, пожалуйста. Угадываем. Бодрящий гель ты нанеси. Ля-ля порвет твои трусы. Угадайте, кто? Это Видал Сасун. Бодрящий гель ты нанеси, Сасун порвет твои трусы. Почему Сасун? Сасун — это тот, кто хочет сосать, правильно? Я бы не хотел, чтобы кто-то из Сасуна порвал мои трусы. О, ребята, ну это... Представляете, что подарили мне? Стек. Как вам такое? Неожиданно. Все.
Всех вас накажу. А ведь раньше мне дарили мармеладки. Да, божечки, кошечки. Ну, а это? Видали? Видал, сосун? Так, что может быть здесь? Это уже, блядь, так интересно. А, ну такие кубики у меня, кстати, есть. Это кубики, где там написано на одном кусать, гладить, сосать, щипать, щекотать, лизать. А на другом написано, какую часть тела. Можете поиграться, кому скучно, забавно бывает. И, наверное, лучше с друзьями в это не играть. Мужские радости. Там есть описание, я не хочу читать, хочу открыть и удивиться. Что может порадовать 37-летнего мужчину? Готовы? Тюю. Ну, смотрите. Вагина куда-то съебалась. Я так полагаю, это мыло, да. Будет чем помыться. Такого у меня нет. Это, господа, шлепалка. Когда рука устает шлепать, можно использовать шлепалку. Бич. Почти пляж. Ну, на этом все. Достаточно интересный набор получился. Спасибо всем, кто причастен. Я понятия не имею, кто это делает. Но вот теперь у меня всякой хероты дома еще больше. Именно хероты. Никак по-другому не называется это. Спасибо. Подарки стали интересней. Не останавливайтесь, мне понравилось.